Михаил Борисович, Деревьев уверен, сидит, держится за рычаги, а вот командир танка с наводчиком оператором еще и выполняет боевую стрельбу, поэтому тут, конечно, уж сильно хотелось бы, чтобы не трусило танки. Итак, сейчас мы видим, благодаря GPS-трекингам, мы можем наблюдать картинку с местом расположения, с местом размещения танков на трассе танков биатлона индивидуальной гонки. Итак, сбирается сейчас танк на СК, это был представитель Республики Таджикистана, и проходит косогор. Но вот синий танк Сирийской Арабской Республики и его первый экипаж завершил загрузку боеприпасов для ведения стрельбы по мишени номер 25 из зенитного пулемета. Вот и судья команды, вы видите, и смотрит бинокль, и в то же время государственным флагом здесь неустанно болеет, поддерживает своих ребят, свою команду. Ведь не забываем, друзья мои, это первое выступление команды на танковом биатлоне в принципе. Никогда ранее команда Сирийской Арабской Республики не принимала участие в армейских международных играх. Ну а в этом году, причем и не только в танковом биатлоне, и в других конкурсах армейских международных игр, но об этом поговорим мы немного позже. А пока там синего цвета, мишень синего цвета должна уже сейчас появиться. Пока 13 минут прошло, 27 секунд в момент старта команды Сирийской Арабской Республики. И Таджикистан тоже уже загружает боеприпасы для ведения стрельбы по 25-й мишени. Так, поднимается мишень номер 25, прекрасно, блестящий, ее нас сейчас с вами видно. Мишень синего цвета, далее за ней 500 метров. Итак, пошла стрельба, идет боевую стрельбу командир танка. Итак, внимание. Итак, друзья мои, все, спешите, готово. Продолжение поразить, всем уже когда говорится файл. Итак, какие-то трассы, пули разогружены. Зенитный пулемет установлен на танке Т-72В3, но летят они пока как перелетные птицы. Все выше и выше и выше. Почему-то мишень. К сожалению, друзья, мы должны будем торопиться, есть еще много боеприпасы. Так. Красного танка для команды для ведения огня. Ну что ж, а вот и на экранах в левом нижнем углу мы видим, как танк Республики Беларусь подходит к участку боевой стрельбы по 9-й мишени. Итак, синий танк команды Сирийской Арабской Республики бывает с участком боевой стрельбы. К сожалению, зарабатывая сирийская команда, не было попадания по мишени номер 25. К сожалению, для всех болельщиков желтая, красная, прошу прощения, красная также получает штрафную кружку, тоже не было попадания по мишени, но, к сожалению, не справились с волнением командира танков, как Таджикистана, так и Сирии, и не сумели поразить мишень. Впереди еще одна мишень будет, 9-я, все по делам танкового гражданина, по следующем круге. Посмотрим, что продемонстрируют наводчики оператора. Сейчас белорусская команда, первый экипаж работает по 9-й мишени, далее для нее 700 метров. Стрельба из шпального пулемета калибр 762 мм, 15 боеприпасов на боевую стрельбу выделяется. 5 из них с трассирующими пулями. Ну что ж, нужно попадание, конечно же, в Беларуси. Сейчас вся команда, все болельщики. И знаете, я больше чем уверен, что многие болельщики, зрители, непосредственно сейчас в Республике Беларусь прильнули к экрану, мониторы своих компьютеров, ноутбуков, смотрят в прямом эфире. В YouTube идет прямая трансляция. Прямо сейчас есть попадание, ну браво, ну браво, за вас, отличные друзья мои, блестящая работа. Это молодой оператор команды Республики Беларусь, старший лейтенант Максим Лузан, 24 года. Дома, где желательная жена воспитывает сына, который теперь смело и без того гордится со своим отцом и своим мужем, а теперь-то вдвойне, втройне можно гордиться, как прекрасно и здорово выступает на мировом первенстве танкового биатлона. Но что тут говорить, всегда команда Республики Беларусь была подготовлена
очень и очень здорово и высоко. Проходят часто совместные учения наших стран, как Республики Беларусь и Российская Федерация. Буквально только недавно были учения в Западе, которые участвуют в наших странах. Ну и многие-многие другие участвуют в взаимодействии наших военнослужащих, наших министерств обороны. Все друг друга знают, многие даже офицеры учились в одних военно-учебных заведениях. Кто-то сейчас служит в армии Российской Федерации, кто-то служит в армии Республики Беларусь. Но тем не менее, все друзья, все встречаются, обнимаются и выступают здесь, пожимают друг другу руки, как друзья. Ну, как говорится, друзья, победить сильнейшие. Друзья мои, болеем за каждый, за свою команду. Ну и, безусловно, поддерживаем всех участников танкового биатлона. Итак, каждый танк завершил прохождение второго круга, полученного за непоражение решение номер 25 и отправляется на третий круг. Посмотрите, как прекрасно сейчас тут все три танка подходят к броду. Первым идет синяя, Средняя Арабская Республика. Хорошо входят в воду, выбирается на противоположный берег. Теперь нельзя остановиться ни в коем случае. И уж дай бог, чтобы были закрыты все люки. Нельзя, конечно, отправляться в брод, если вдруг команда забыла их задрать. Потому что попросту все стороны искупаются, включая танк, и танк выйдет не стоит, вот как минимум, на какое-то время. Итак, Средняя Арабская Республика выбирается на противоположный берег. Таджикистан стартовал немного позже, но уже уверенно догоняет команду Сирии. Итак, ваши профессии, перелетку, два атака. А кстати, сейчас будет прекрасно, нам видно. О, красного, посмотрите. Красный обходит, синий обгоняет. Как я буду сейчас позади. Прекрасно, прекрасно, идет за машинами, как водите. Мороз Норов за рычагами танка Р-62 БФТ красного цвета. Республика Таджикистан, рукоплещик аплодирует сейчас своему механику водителю, механизм уже поддерживает и наших братьев друзей из Таджикистана, и, конечно же, наших братьев друзей из Сирии. Все многие военнослужащие, все то, что здесь есть, на данном биатлоне, на данном биатлоне, на данном биатлоне, на данном конечно же, прибывает, волнуется каждый за своего товарища. Итак, что ж, проходит сейчас Косогор красного цвета, ведет механик-водитель Таджикистана
сборной сирийской команды. И уже прошу заметить, время 29 минут 3 секунды. Никакого сомнения, никакого сомнения, что это супер хорошее выступление, что это супер хороший результат. Браво, танкисты Сирии! Браво, аплодисменты! Ваши болельщики, ваша страна вас встречает как победителей этого заезда. Да, безусловно, лучшее время у команды Республики Беларусь. Да, вы все знаете прекрасно, что это одна из самых... Но Сирия тоже показала очень хороший результат. Браво! Ну что ж, красный танк на экранах сейчас завершает прохождение штрафной дистанции, штрафного круга 500 метров. Пришлось преодолеть лишними за непоражение. Последнее решение за неудачную боевую стрельбу по девятой мишени. Все мы видели прекрасно, что мишень осталась целой, невредимой. Но за это, согласно правилам, согласно положению проведения данного биатлона, главный судья назначает штрафную дистанцию, штрафной круг. Но тем не менее, огромное спасибо, конечно же, всем участникам этого заезда. Прекрасное выступление. Республика Беларусь, тут чего не скажешь, просто завтра выступление этого заезда. Команда Сирии, серебряное выступление, но очень ярко блестяще, потому что первый раз уже так было. Там же не стало, тоже хорошая команда, подготовленная команда. Тут немножечко, быть может, не справились с волнением и не попали по 9-й, по 12-й мишени. И, к сожалению, по одной дальше решение их номер 25, за что заработали 3 штрафных круга плюс 1,5 километра. Дорогие друзья, ну что ж, перейдем, вас еще раз повторю, самое важное для нас, для всех россиян, заезд сегодняшнего дня индивидуальной гонки, это 5-й заезд танкового биатлона. Наша команда на синем танке, на дороге вообще, это будет первый экипаж. Прекрасным воскресеньем здесь, на природе, полигона Алабина. Прекрасная погода, спасибо Небесной канцелярии. Вы знаете, я как вчера уже и говорил, по-моему, с этого года Небесная канцелярия тоже увлеклась танковым биатлоном и внимательно его смотрит, разгоняя нам тучи и облака. Потому что по прогнозу стоит дождь, стоит гроза, а здесь вокруг полигона идеальная погода. Пусть так будет весь танковый биатлон, уже на этого бы хотелось. Ну что ж, мы продолжаем наблюдать за действиями команды Таджикистана, завершает последний круг. Еще раз говорю спасибо всем участникам этого заезда. Прекрасные результаты. Напомню, Республика Беларусь, время 22 минуты 37 секунд. Команда Сирийской Арабской Республики 29 минут 3 секунды. И команда Таджикистана остается буквально в 500 метрах до финиша. Время немного более 30 минут. Ознакомьтесь с собственным, посмотрите,
Вежливые